Друзья, всем привет! Мне пришлась вчера очень интересная идея, которую мы стали поделиться. В общем, друзья, вчера я вдруг осознал, что осталось всего 15 дней лета, прикиньте, и все. И мне что-то так стало довольно грустно. И вспоминая, что было сделано за это лето, как я провел лето 23-го года, могу сказать, что все получилось довольно насыщенно. Я много работал, были интересные поездки, но осталось чувство, что можно было бы провести его еще более ярко. Мне вспомнились времена, когда я путешествовал по Европе, катал на доске, жил в палатке, умывался в Средиземном море, бесплатно ужинал в лучшем ресторане Монако с ребятами из Google, когда я прилетал в Афины, на следующий день мне нужно было каким-то чудом быть в Милане, обратный билет из Европы был вообще из Барселоны через месяц, и нужно было как-то туда добраться и что-то еще весь месяц сделать. А еще за несколько дней до этого я ухожу с работы, и у меня на руках остается билет в Европу, через месяц билет обратно. И есть ощущение, что этот момент больше не повторится. Это еще было до блогерства, поэтому видео с той поездки практически нет. Но если что-нибудь найду, я обязательно вставлю его вот сюда. Вообще, к чему я все это? К тому, что я решил бросить себе вызов. Многие из вас помнят про мой челлендж 30 дней без кофе, без сладкого и 30 тренировок на пресс. Про то, как он прошел, я снял отдельное видео, скоро опубликую, оно будет вот здесь. Новый челлендж, который я перед собой решил поставить, это челлендж яркости жизни. Чтобы каждый день из этих 15, которые остались до сентября, провести максимально интересно, драйвово и ярко. Это первое. И челлендж второй – снять все это на видео. Оставшиеся 15 дней лет я хочу постараться публиковать ежедневные влоги, как отчет в этот видеодневник. Поэтому кидайте идеи, как провести остаток этого лета. Кто хочет присоединиться, поучаствовать в этом, пишите в мой инстаграм. Краткое резюме сегодняшнего первого дня. Много времени я провел работы над сайтом курса личного роста стоматолога. Его наполнение, потому что сегодня я наконец-то открыл на него продажи спустя 3 месяца. Поэтому все, кто писал мне все лето, как попасть на курс, и в ответ получал ответ никак, пришло ваше время. Ссылка будет в описании. Курс получился очень крутым, очень полезным. Из интересного также сегодня я провел тренировку с победителем Arnold Classic и 3-кратным чемпионом IFBB Pro и большим фитнес-блогером Денисом Гусевым. Фоточка опять же здесь. Надеюсь, что мне это поможет. Сейчас еще немного поработаю над курсом, сторисом, и уже пора идти за дочкой в садик, потом буду продумывать сценарий на следующие 15 дней. Еще монтировал сегодня видеоинтервью. Это мне получается еще это нужно будет видео смонтировать, да? Надеюсь, такой формат вам понравится, а если не понравится, все равно буду выпускать как мотивацию для самого себя, добавить больше ярких моментов в это лето. Ведь важно не сколько дней вашей жизни, а сколько жизни ваших дней. Ставьте лайки, репостите и кидайте идеи. До завтра. Пока-пока. Так, стоп, подожди, еще остался очень важный вопрос. Я вот думаю, на что лучше снимать? На GoPro или в студии на 3 камеры? Напишите, что думаете в комментариях.